А на российской нефтедобывающей платформе «Приразломная», которая работает в Печорском море уже несколько месяцев, отпраздновали юбилей. Там добыли миллионный баррель нефти. Евгений Голованов побывал на борту уникального сооружения. «Приразломная» находится в 60 километрах от берега в Печорском море. Танкеры и сопровождающие суда за иллюминатором – верный признак. Уже близко. Идем на снижение. Технологический процесс морской нефтедобычи куда более сложный и трудоемкий, нежели на суше. Тем более в Арктике, во льдах необходимо не просто добуриться до нефтеносного слоя, но и пройти сквозь толщу воды, дойти до дна. В этой точке Печорского моря глубина не более 20 метров, поэтому платформа стоит прямо на шельфе, а удерживается за счет своего веса в 500 000 тонн. Этакий рукотворный 140-метровый остров из стали и бетона. «Приразломная» – проект уникальный. До этого в Арктике никто и никогда не бурил. Россия первая начала здесь промышленную добычу нефти, запасы которой только на этом месторождении превышают 70 миллионов тонн. Пока пробурена лишь одна скважина. В планах еще 35. На данном расходомере мы наблюдаем часовую добычу. То есть в пересчете на суточную, в данный момент платформа добывает чуть больше 10 тысяч баррелей в сутки. Ну, это не предел. При необходимости мы можем увеличить добычу до 12 тысяч-15 тысяч в сутки. После добычи черное золото хранится в так называемых кессонах, в основании платформы с 4-сантиметровыми стальными стенами. Пространство между ними залито высокопрочным бетоном толщиной в 3 метра. В случае разлива нефть останется в этом коконе. Такая конструкция способна выдержать любую ледовую нагрузку и землетрясение в 6 баллов. Весь процесс от добычи до погрузки автоматизирован. Если произойдет разрыв так называемого купона, трубопровода, по которому и перекачивают нефть на танкер, автоматика аварийно перекроет его за 7 секунд. Экологи могут спать спокойно. Это устройство позволяет отгрузить нефть без пролива его в море. При этом при любых возникновении условиях, даже если танкер аварийно отсоединяется, ни одна капля нефти не попадет в море. Для вывоза добытого с «Приразломной» специально были построены два танкера усиленного ледового класса. У нефти, которую погрузят на этот, уже есть покупатель. Одна из европейских стран. Даже в условиях очередных санкций, введенных против нефти и газодобывающих российских компаний, уверены в «Газпроме», арктическая нефть всегда будет востребована. Россию уже никто не сможет заставить свернуть свои проекты в Арктике. Борьбу за Арктику мы выиграли. Мы целенаправленно, системно сейчас подходим к задачам импортозамещения, локализации. И, безусловно, та ситуация, которая сейчас складывается, она является дополнительным стимулом, толчком к тому, чтобы развивать отечественные технологии, развивать отечественное оборудование. «Приразломная» – лишь первый этап освоения арктического шельфа. Сейчас начинается разведка второго месторождения – Долгинского. В ближайшие дни там приступят к бурению. А дальше только по нарастающей. В Арктике мы всерьез и надолго. Евгений Голованов, Станислав Кукулев, Александр Маковский. НТВ. Печорское море. Арктика.